Привет всем архалюбам. Хотела похвастаться быстренько цветением своего биглипа Абе. Такой вот крупный цветочек. Первые цветочки распускались в прохладу, поэтому они более такого насыщенного, яркого цвета, бархатного. Ну, а здесь уже в жару краску он растерял. Но все равно для первого цветения это детка у меня с материнского пня. Она уже довольно большая, и вот ее первое цветение такой вот веточкой. Очень красивый. Он у меня сидит в таком интересном горшочке, керамическом кашпо. Я люблю всякие интересные горшочки, именно как кашпо использовать, чтобы тина, зелень не образовывалась на прозрачных горшочках. Я как бы сажаю в кашпошки, ставлю горшочки в кашпошки. И у меня много разных красивых, ну, вот эти такие смешные, как бы, горшочки. Тоже мне очень нравится. Как-то красиво в них смотрятся орхидейки, обожаю. Это вот моя белая бабочка, тоже детка. Она уже подросшая, крупная тоже. От материнского растения, которое мне в этом году очень сильно подвело и процвело обычным, ну, обычной орхидейкой. Я хотела снести ей голову, чтобы получить деток с предыдущих как бы цветений, которые были чистыми бабочками. Но все же пожалела и просто намазала ей стрелку предыдущего года. И вот там будет у меня 3 детки. То есть они уже наклюнулись, и уже видно, что это будет не цветоносы, а именно детки. Такая вот красота. Это бабочка White Mirror. Ну, или как правильно произносится, точно не знаю, но пишется так. Вот и она. Рядышком. Биглипчиком. Ну, это соневский принц. Тоже веточкой такой. Ну, как-то вот я ее не смогу, наверное, показать. Такой вот он весь тоже резной. Так что вот сегодня такое коротенькое видео о моих 3 орхидейках. Всем спасибо!